канал Котики на Котике, и сегодня мы будем снимать распаковочку маминого телефончика, да? Да. Который называется... Как называется? Poco M5. Poco M5. Опа. Блин, дай мне что-нибудь. Ты не ругайся, пожалуйста. О! О! Погрызем мама новый телефон, да? Ничего с ней не приключится. Тебе главное ухватиться сейчас. Я так понимаю, правильно? Ну, давай, вот. Может, я? Пошло дело, да? Блин. Подожди. Я уже успокоюсь. Вылезти рука. Я сейчас сама. Все, да? Получается? Ковыряй, ковыряй его правильно. Новые зубы не помогают, да? Так, я думаю, знаешь, чем надо? Чем-то аккуратненько так. Ты ни ножик, ничего с собой не взяла, да? О, все, я нашел способ. Смотри. Вот он, пошел. Стой. Я сама. Да, давай, тяни, тяни, тяни. Ура! Ура! Она открылась, наконец. Так, Утя. Утя, это Лола. Лола. Ну давай, раскрываем аккуратненько. Не-не-не, не так. Вот так вот надо. Да, 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 да. Пошел, пошел, пошел. Стой, я держу. Чпуньк. Блин. Что это за коробка в коробке? Это открываем. Тут, наверное, чехол. Ей положили чехол. Распаковка чехла. Так, чехольчик, что там с тобой? О, как ты хотела. Да блин. Почему мы все самое? Теперь распаковываем сам телефон. А мы пока посмотрим с ребятами, что здесь есть. Здесь есть кабель. Type-C. Зацените. Ничего себе. И зарядка. Зарядка довольно-таки мощная на 33 ватта, скорее всего. Это надо снимать? Нет, это не надо снимать. Попробуй, как он там. Такая же, как и у тебя текстурка. Ну да, такая же. Ну давай, вставляй в чехольчик. Можно его заценить, может, тоже мой телефончик. Твой телефончик? Да. М3. Вот такая вот у нас распаковка, да? Не Куча надо. Бумажек. И все, больше ничего нет. Наушники не положили. Ну, блин. Подожди. Он хороший, защищает хорошо бампер. Гляди, как он даже наверх залазит, видишь? Угу. Так, подожди, дай вот с этой стороны надо его чуть-чуть подвернуть. Нет, подожди. Уголочек очень мало доступный. Да, ну давай сама пробуй. Никак? Никак, никакушки. О, я придумала, у меня есть план. Вот так. О, все, у тебя все получилось. Давай тут помогу. Я сама. Ой, тут, наверное, надо чуть-чуть. Так, нет. Это да, надо. Это мы сейчас снимем, да? Да. Надо сначала надеть. У нас не получается надеть чехол. Я сама. Все, 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 одеваем. О, все, оделся. А теперь таинство. Чпуньк. Да? Он идеально красивый. Он просто создан для тебя. Но подарили его почему-то маме. А? О, все, он включает. Подожди, дай нам включить. Посмотри. Первое включение. Подожди. Ну так там его настраивать надо, он же просто так не включится. Дай сюда. Вот. Вот так держи. Будет видно. Poco на андроиде. MIUI 14 на борту. И все? Да. И все? Да. Дальше уже настройка пойдет. У него высокий бортик здесь сделан, да? Да. Камера полностью защищена. Я тоже хочу себе чехол. И он полностью черный. Новый телефон хочу. Да? Да. Да будет у тебя новый телефон. Не будет. Ну, говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.